Следующая история, о которой я расскажу, случилась несколько дней назад, но разноситься по соцсетям она начала только сейчас. Значит, в ночь на 1 июня в Белгородской области танк протаранил машину. Я вас не удивлю, если скажу, что в танке сидели пьяные российские военные. Местный житель, который ехал в легковушке, скончался на месте. Издание «Пепел» пишет, что после столкновения военные хотели скрыться. Танк остановили только через 3 километра. Более того, местные жители видели в тот же день этот танк в Грайвороне, где они посбивали бордюры. Кстати, данного ДТП российские полицейские не зафиксировали. Как думаете, сойдет эта авария с рук военных? Пишите свои мысли в комментариях, а также ставьте лайки и обязательно подписывайтесь на наш канал. У нас интересно.